Всем привет, с вами Твинки, и сегодня я вам покажу несколько багов в Майнкрафт 1.2.4. Первый баг — это как поставить какие-нибудь свечки, редстоун на верстак, печки и всему того подобное. Так, сейчас для этого вам понадобится, ну, например, эти печку. Вот, например, ставим печку. Если на нее попробовать поставить факел редстоуна, то он у вас просто не будет ставиться. Для этого сзади вы строите вот так вот стекло и ставите на стекло свечку. И у вас свечка стоит на печке. Ну или редстоун. То же самое. То есть такая подсветка. Так, следующий баг, он будет с проникновением под пол. Так, сейчас, ну, например, песчаник. Раз, два, три, четыре уже. Так. Так. Сейчас мы убираем здесь. Так, сейчас, секунду. Для разбега. Так. Сейчас мы разбегаемся. И проваливаемся под пол. Так. В общем-то все. С вами был Твинки. Подписывайтесь на мой канал. Добавляйте в избранные. До новых встреч.